Сегодня в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины без объяснения причин задержаны журналисты Первого канала Елена Макарова и Сергей Коренев и телекомпании НТВ Андрей Григорьев. Мы рассматриваем действия силовиков как целенаправленную провокацию в отношении российских журналистов и как грубейшее нарушение Украиной своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов. Очевидно, что эти задержания идут в русле последних решений официального Киева о лишении аккредитации российских СМИ при органах государственной власти Украины и преследуют лишь одну цель – создать полностью контролируемое информационное пространство страны. Территория Украины становится все более опасным местом для работы и жизни журналистов. Мы требуем немедленно отпустить наших журналистов и прекратить охоту на представителей российских средств массовой информации. Ожидаем соответствующей реакции специализированных международных организаций, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович на очередные противоправные акты киевских властей.